Шымкенте обновляют набережную реки Бада. Делают это с помощью механизма государственно-частного партнерства. В проект предпринимателей вложат 300 миллионов тенге. На них построят пешеходные и велосипедные дорожки. Установят фонари, оборудуют детские игровые, также спортивные площадки. Сейчас рабочие уже восстанавливают систему полива, которая была повреждена во время пожара. Об этом сообщили в Управлении развития комфортной городской среды. Отмечу, несколько лет за территорией не было должного ухода. Без полива растения засохли, вандалы сломали практически все скамейки, асфальт провалился. Больше не останется без присмотра, как раньше. Сейчас мы поручаем благоустройство и озеленение, в том числе уход за клумбами и поддержание чистоты специализированным организациям. Так что скоро, до конца года, ситуация изменится.